Президенты Турции и России обсудили по телефону эскалацию на границе Азербайджана и Армении. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган выразили готовность к координации усилий в целях стабилизации ситуации. Главы государств подчеркнули безальтернативность политики дипломатического урегулирования. Эксперты, в свою очередь, отмечают, диалог Путина и Эрдогана может сдвинуть переговоры с мертвой точки. Турция, с одной стороны, как член Минской группы, с другой стороны, как региональная держава, с третьей стороны, как союзник Азербайджана, да, проявляет очень большую заинтересованность в урегулировании этого конфликта. Но Турция с Россией сталкивается во многих местах. Сирия, сейчас Ливия, Балканы. Это во многих местах интересы Турции и России сталкиваются, но вместе с тем и Турция, и Россия всячески стремятся, скажем, не доводить дело до прямой военной конфронтации. Хотя тут могут быть и альтернативы, которые заключаются в том, что Россия будет уговаривать Турцию, чтобы Азербайджан повременил, и так много осложнений в регионе. Тем временем Ереван увидел угрозу в азербайджано-турецких военных учениях. К слову, широкомасштабные тактические и летно-тактические учения с боевой стрельбой пройдут с 29 июля по 10 августа. По мнению экспертов, то, что действительно представляет угрозу для Армении, так это ее политика территориальных претензий. Пресекать наглые территориальные претензии Армении Азербайджан будет, а с учетом того, что Армения в своих притязаниях постоянно опирается на российскую военную поддержку, да, им придется считаться с тем, что, одна бригада и там 12 или сколько там, 18 самолетов российских находится в Армении, но под боком находится и турецкая армия, численно 10 раз больше, чем российские вооруженные силы в Армении, и Азербайджан со своими вооруженными силами. И если Армении угодно жить на вулкане, они могут продолжать жить, но это положение рано или поздно закончится для них печально. Согласно ежегодному плану сотрудничества между вооруженными силами Азербайджана и вооруженными силами Турции, в этом году тоже спланировано учение вместе с вооруженными силами Турции, совместное учение. На этих совместных учениях привлекаются сухопутные войска Турции, средства противовоздушной обороны, артиллерия и другая броневая техника. Эти учения для сухопутных войск спланировано с 1 по 5 августа. Также проводятся совместные учения военно-воздушных сил обоих стран. К слову, Турция решительно осуждает агрессию Армении против Азербайджана. Реджеп Тайип Эрдоган многократно подчеркивал, официально Анкара поддержит любое решение, которое братский азербайджанский народ примет в своей справедливой борьбе. Шамиста Мамедов, CBC.